Так. Так, внимание, одеялку внимание, выбрали. Подождите, друзья. Это, да, бамбуковое одеяло, но мы опускаем занавес и предлагаем вам заказать сразу комплект одеяла плюс подушки. Тем более, что у нас две подушки в комплекте. Это очень выгодно. Обратите внимание, 50 на 70, это евроразмер, а также 70 на 70. Ой, Оль, обожаю спать вот на облачках. Всегда себе выбираю побольше, ты знаешь. А 50 на 70, вот такой размер евро, я им диван декорирую. Ну что ж, 799 рублей, это цена сразу за две подушки. Друзья, ну а теперь мое любимое занятие. Юля, защищайся! Вот так вот. Вот так вот. А вы можете... Она боится со мной сильно. Мы дружим. Вы не думайте, что мы ругаемся. Мы просто хотим показать, что из подушек не летит пух и перо. А вы так можете подраться своими подушками? Полетит все в разные стороны. А потом апчхи. Давайте избавляться от всего того, что может наше попортить здоровье. Выбирать здоровые подушки с бамбуковым волокном. Пушистые, упругие, мягкие. И главное, что будем дышать с вами свежестью текстиля, будем получать здоровье во время сна. Ну что ж, если вы искали здоровый комплект спальных принадлежностей, он перед вами, две подушки по цене одной, 799 рублей. Сегодня на нашем телеканале стоят сразу две подушки, два размера на выбор. Есть размер 50 на 70, маленькие подушки в детскую комнату, бамбуковый наполнитель, берите. Ну, вас большая, да? Большие подушки интересуют, пожалуйста. Есть две подушки 70 на 70, они также идут у нас вариации комплектации. 8 800 301 60 90. Знаешь, Юлечка, очень часто возникает вопрос, насколько так эти подушки держат свою форму. Бывает так, что просыпаешься ночью, все время вот так вот задориваешь свою подушечку. Точно, или наполнитель в уголок сбивается. Но там внутри современное силиконизированное волокно вместе с бамбуковым натуральным волокном. Поэтому упругость потрясающая. Мы прямо сейчас с вами устроим фитнес для подушек. Смотрите, 10-килограммовую гирю выдерживает наша подушка 4 сезона. Я, конечно, не шучу. Это такой очень мощный эксперимент для того, чтобы посмотреть, что будет с наполнителем. Посмотрите, он, во-первых, гиря на нем даже прыгать может. То есть это упругость невероятная. Но это, конечно, не фокус. Это важный момент для спины. То есть мы будем ложиться, поддерживаться будет шея. Валик прям под шеей образуется. И поэтому не нарушается кровоток. Соответственно, ни голова не болит, нет бессонницы. То есть это подушка для здоровья. Да, вот, кстати, о бессоннице часто я задумываюсь, когда сплю на своей подушке, а она мне, кстати, не устраивает. 799 рублей! Вы когда-нибудь видели такие цены? Сразу за две подушки! Две подушки в комплекте! 400 рублей экономии, друзья! Это цена премьеры, не удивляйтесь. Сегодня мы все цены уменьшаем. Мы их прессуем, я бы даже сказала. 400 рублей, смотрите. Я же говорила, Юль, мы потратим 799 рублей за одну подушку, как платим, но приобретаем две. Посмотрите, оп, раз, два. Рассказываю, в чем фокус. Да, действительно, под моим весом они практически исчезли. Но когда я встала, они восстановили свою форму. Почему, Юлечка, еще раз расскажи. Потому что упругостью обладает бамбуковое волокно, поэтому и поддерживает так хорошо. С помощью такого нехитрого эксперимента, вот такую принцессу на горошине мы сделали из нашей Олечки, чтобы вам показать, что подушки, во-первых, можно огромное их количество уместить в маленький шкаф. То есть они еще и компактные. Так, и плюс поддерживает хорошо все-таки вот во время сна позвоночник. Это важно. Согласитесь, здоровье важнее всего. Юлечка, скажи, пожалуйста, почему они называются 4 сезона? А все потому, что на все 4 сезона и одеяло, и подушки с одноименным названием берите комплектом, сразу говорю, обновляйте спальню сразу, чтобы микроклимат правильный был. 4 сезона, потому что на любой сезон, зима, лето, осень, весна и межсезонье, да, актуально. Ни жарко, ни холодно. На подушке не будем по 3 часа искать холодную сторону, микрофибровый чехол дышит, бамбуковое волокно тоже дышит. Ну что ж, хочу сейчас у вас спросить. Мой любимый фокус, моя любимая проверка. Возьмите сейчас свою любимую подушку, пух-перо, и сильно-сильно по ней вот так вот ударьте. Сколько пыли? Много! А как от нее избавиться? Никак. Стирать пух-перо нельзя. А наши подушки стирать можно. А здесь только пыли не накопится. Более того, я вам рекомендую заказывать и подушки, и одеяло. Юлечка, почему ты рекомендуешь также брать комплект? Обязательно с одинаковым наполнителем должны быть подушки и одеяло, потому что это гармоничная спальня, это правильный микроклимат в постели у одинаковых наполнителей. Свойства одинаковые, соответственно, и спальня, спальное место становится уютным.
Смотрите, какое прекрасное предложение. И в подушках, и в одеялах 4 сезона натуральное бамбуковое волокно. Даже малышам, самым маленьким, советуют гипоаллергенный наполнитель. Вот так, берем для всей семьи, для детей, для себя. Мы должны думать о всецелом здоровье нашей семьи. Я бы хотела заметить, что и подушки пользуются тоже большой популярностью, впрочем, как и одеяло. Почему? Потому что это бамбуковые подушки, бамбуковые одеяла.